Ребят, вот я забрала сейчас на стремянку, поклеила я четвертое полотно. Вот видите, предыдущих я уже вот их притерла. А вот у меня, вот смотрите, видите, вот кромка одна на другую находит. Вот. Клей же я раскатываю шире, чем полотно. Вот я сейчас приклеила, вот видите, вот это полотно, вот метровое, с нахлестом где-то сантиметров, там, я не знаю, 4-5. На предыдущую кромку. Хотя они пишут, вот это Баутекс, они пишут, что можете встык. Ну, конечно, я буду тут на высоте 2,50 встык клеить. Смотрите, что я делаю. Я одной рукой вот тут держу, одной вот это вам хочу показать. Вообще, без всякого шпателя, без всего. Вот я уже начала тут. Лезвие, вот видите, оп, у меня черное. Вот приблизительно, вот я там оставляю где-то, который вот внизу полотно, я где-то оставляю 5 миллиметров. Оно просвечивается, видно. Это плотность 40 грамм на квадратный метр. Вот так. Но видите, вот один парень мне писал, что он прорезал очень сильно. Понимаете, вот это лезвие, вот это олфа, им не надо сильно. Оно такое острое, что у вас будет просто отлично. И даже не очень сильно, если вы будете жать. И что у меня тут не шпаклеванная, а штукатуренная, понимаете, вы его не прорежете. Так как вот если бы была шпаклевка. Вот так вот режу, две кромки. Один парень, у тебя типа двойная какой-то подрез, ну, я не знаю, двойной, ну, две кромки сразу я режу. Две кромочки я прорезала. Вот. Я вторую сейчас буду вытаскивать. Вот она, вот вторая там. Вот она. Я ее вытащила. Вот, вот две кромки я вытащила. Вот стык. Вот я его вот так оттопыриваю. И промазываю кисточкой. Вот этим же Келит Оптима. Я не пустые стыки притираю. Вот я подмазываю туда. Вот сейчас до конца я его прорежу. Вот до конца. Вот. И дальше я уже мажу сюда клейком. И уже прикатываю, ну, обычным этим плавником, беленьким шпателем. Сейчас уже даже не крашу, не мажу никакими шпаклевками. Вот плавником вот так приглаживаю. Но не вот так, как сейчас есть. Вот, еще клейку туда. И получается, знаете что, отлично. Получается монолитный потолок. Вот, грунтовка белая, ВГТ. Потом два раза, вот, в этот раз Финколор какую-то взяла краску. Вот. И будет отличный у нас потолочек, ребят. Ладно, пойду трудиться. Пока. Ребята, добрый день. Я уже ухожу. Вот забралась на стремянку перед уходом домой. Вот, смотрите, подделала я потолок. Стеклохолст у меня высох. Значит, галтели я подмазала. Сверху уже они не были подмазаны, щели. Вот акриловым герметиком белым. Саудал. И второй был гермент-момент. Вот они быстро сохнущие, 10 минут. Вроде как сохнут. Вот, значит, намазала я сейчас грунтовочной ВГТ, грунтовочной укрывистой краской потолок. Хватило мне два ведерка по 1,5 литра, они по 3 килограмма, 18 метров. Ну, разбавляла немножко водичкой, потому что первый раз, первый слой раскатать очень тяжело. Вот, этот стеклохолст шершавенький. Вот, раскатать, хотя у меня фасадный был валик. Добрый день, ребята! У меня все нормально. Сегодня трудилась, делала потолок, красила его. Вот в каком состоянии у меня сейчас потолок. Вот грунтовочная краска ВГТ и два слоя Финколор Оазис. 2009-литровое ведро, осталось у меня 1,5 литра. На 18 метров. Оказывается, это эти Курилы выпускают. Видать, просто... там подешевле компоненты. Я сперва вообще не поняла, как себе краска ведет. Вот. А потом все-таки итог меня устроил. То есть первый раз был вообще не прокрас, черт что. Вот. А второй слой уже укрыл. Пишут они, что она мало пахнет, мало там летучих веществ. Я подтверждаю, что она укрывистая, это так и есть. Вот. В общем, мне расход ее устроил, и за два раза я покрыла. Вот, ребята, я вам сейчас показываю. В общем,
Я вот в третий раз сейчас уже стыки не мажу никак. То есть они за счет того, что фактура вот у стекла холста, стыки вообще не видны. Они замазываются этими красками. Вот, да, потолок такой шершавенький. Вот структура, видите, стеклохолста сохранилась. Но меня она вполне устраивает. Делаю я косметические ремонты, люди в восторге, я тоже. Вот, двое уже копытом бьют, когда я закончу уже с этой комнатой. Вот, уже на перегонки двое у меня есть ребят, девушка и парень, которые без конца заливают. У одного пол там с пола, а у другого из крыши какая-то там ее это на Старом Арбате заливает депутатша. Уже натяжной потолок натянули в ноябре, так опять в натяжном потолке уже пузырь. Ну ладно, клей влагостойкий, наклею я ей там это обои. Вот в субботу уже выхожу. Завтра мне надо будет закончить. Сегодня уже начала кроить обои. В общем, ребят, рекомендую вот эту вот свою технику исполнения потолка. Кто занимается косметическим ремонтом, ребят, не морочьте голову никому, ни себе, ни заказчикам. Отлично получается. Ну, в общем, все хорошо. Вот, сегодня я вот сейчас вечером в 17 часов вот эти мазанку, вот эта фирма Палитра, 960 рублей. Опять купила 4 рулона сюда, вот накроила их, вот на полу они у меня. Вот одной партии, самое главное, когда покупаете, смотрите, чтобы была одна партия. Если партия разная, на разные стены. Но это я вам подскажу уже потом. Вот. На сегодня я заканчиваю работу. Вот завтра буду клеить, покажу вам, как можно будет, когда короткая обоина, как ее можно надставить другой обоиной. Вот, вот все хорошо у нас. Давайте, ребята, всем привет, отдыхайте. Пока.